Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Ловля жереха в ноябре – непростая задача. И хотя рыба считается заманчивой добычей, поймать ее сможет не каждый, даже опытный рыбак. Так как в ноябре заметно холодает, рыба прячется на значительной глубине, а к берегу выходит на непродолжительное время покормиться. Можно встретить жереха и на сильнейшем течении. Жерех может стоять там часами, проветривая жабры. Из-за заметного снижения активности ловля жереха в ноябре нуждается в недюжинном терпении и выдержке. Попытайтесь отправиться на песчаные косы, и там, где скапливается много разной рыбешки, обитает и жерех. Ловля жереха в ноябре происходит большей частью на искусственную приманку, так как на холодной воде это происходит практически на дне, поэтому и приманка должна быть соответствующей. Здесь незаменимы кастмастеры и дивоны. Также советуем ставить бородку. Иногда перед началом ледостава жерех решает клюнуть на нее, а ведь нам того и надо. Если вдруг рыба никак не хочет брать вашу приманку, дождитесь появления сразу 2-3 рыбин и только тогда забрасывайте снасть. Вполне возможно, что в борьбе за малька какой-то жерех вцепится в ваш крючок. Главная задача – не промахнуться и попасть именно в стайку. И последнее наблюдение. Если вы не знакомы с строением дна водоема, на котором собираетесь охотиться на жереха, то обратите внимание на поведение чаек. Там, где кружатся и кричат эти птицы, обязательно кормится стайка жерехов. А это значит вам в ту сторону. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи!